Невыносимо. Помогите. Надо что-то делать с этими. Поглядывай в небо и будь настороже. Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести?
Веди. Я работаю. Фрукты, овощи продаю. Работать, в общем, есть. Ты умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Я ничего не делал. Когда есть что выпить. А сейчас я почти протрезвел, чтобы мне провалиться. Слушай, в горцующей кобыле завалялась бутылка аргонианского эля. Отличная штука. Принеси мне ее. Они там даже не заметят, что ее нет. Ну же. Ах, что за эль? Я его прямо отсюда чую. О, спасибо. Да благословят боги твое доброе сердце. Ага. Как скажешь. Я не говорю, что я лут... клинки, шлемы, практически все необходимое. Если что понадобится, загляни. Ветер холодный. Заморозки посевы побьют. Вот как чёрт. Я пришла купить еды. Думаю, тебе незнакома эта проблема. Да, у хозяина фермы есть свои преимущества. Дяденька, монетки не найдется. Всего одну монетку, пожалуйста. Я такая голодная. Часто приходится бывать в облачном районе. Ох, что я такое несу, конечно же, нет. Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Да, немного того, немного сего. Thank you.
Заходи еще. Заходи. У нас теплая еда, теплое питье и теплые постели. Вот растяпа. Может, зайдешь в другой день? Я гадаю на чайных листьях, читаю по ладони, смотрю в волшебный шар. О, трепанацию хочешь? Если ищешь себе даму, ищи в другом месте. Кто попал под очарование Микаэля, с ним и остается. Это Карлота тебя подговорила? Прости, но это пламенная вдовушка моя. Она этого еще просто не знает. Ах, может, это и верно. Думаю, я просто не хотел, чтобы все подумали, что я не смогу окрутить Нордку. Клянусь честью, я больше не побеспокою Карлоту. Хочешь совет на дорожку? Девчонки без... Садия, вставай, милая. Да, иду. Хочешь выпить? До встречи. Могу ли я что-то для тебя сделать? Что? О, нет, нет. Они нашли меня? Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, пойдем со мной. Мне нужно поговорить с тобой наедине. Скорее, пойдем со мной. Вот растяпа. Охрана в Айтране ужасна. Просто курам насмех. Ты на них работаешь. Думаешь, ты сможешь одолеть меня? Только тронь, и без пальцев останешься. Я серьезно. Я пополам тебя разрежу. Так аликарцы знают, где я? Что они тебе предложили? Золото? Сколько их еще осталось? Скажи мне. Прости меня, только не обижай меня. Я знаю, что ты не из них, но умоляю, не помогай им. Не говори, что я здесь. Пожалуйста, помоги мне. Я никому не могу больше доверять. За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. Скоро ты получишь деньги. Об этом можешь не беспокоиться. Я не та, за кого себя выдаю. Мое настоящее имя Иман. Я из знатного дома судов Хаммерфилда. Те, кто меня ищет, аликарцы, ассасины, нанятые Альдмирским доминионом. За мою голову им пообещали целую гору золота. Мне нужно, чтобы кто-то прогнал их отсюда, пока они не нашли меня и не увезли в Хаммерфилд на казнь. Они наемники. Они здесь только из-за денег. Ими руководит человек по имени Кемату. Избавься от него, и остальные просто разбегутся. И я не могу показываться им на глаза, иначе они узнают меня. Поэтому тебе придется выяснить, где они прячутся. Я слышал, одного из них только что арестовали при попытке проникнуть в город. Если его отправили в тюрьму, возможно, тебе удастся что-нибудь у него выяснить. Пожалуйста. Я понимаю, что прошу тебя о помощи в сложном, даже опасном деле. Я просто не знаю, кому еще я могу доверять.
Но вдруг Рагнар рыжий, как лютик, паник. Ты думаешь, я бы стала скрываться, если бы верила, что городские стражники смогут защитить меня? Эти люди беспощадны. Они хитрые, вероломные. Они откупятся от любой стражи. В Вайтране я никому не могу доверять. Они могут подкупить и стражу, и ярла. А аликарцы все ближе. У меня все меньше времени. Поэтому я и решила довериться тебе. Как слетела башка его рыжая с плеч. Я не знаю наверняка. Я открыто выступала против Альдмерского доминиона. Видимо, поэтому они и охотятся за мной. Найди меня сразу же, как только разберешься с аликарцами. Так тяжело жить, когда все мужики к тебе пристают. Правда? Этот лютнист больше не будет за мной волочиться? Я бы благодарила богов, но пока поблагодарю тебя. Вот тебе деньги за помощь. Свежие фрукты и овощи каждый день. Ну, почти каждый. Ты правда никогда не торговала с каджитами? Я уверена, они с радостью купят изделия твоего мужа. У Йорланда и здесь полно клиентов, дорогая. Поэтому нам просто не было нужды вести дела с этими караванщиками. Нежнейшая дичь, только что из леса. С тобой рядом всегда веселее. Нежнейшая дичь, только что из леса. О да, охота — это моя страсть. Поэтому мы с братом открыли тут лавку с охотничьими припасами. Пьяный охотник называется, возле главных ворот. Брат в лавке, а я вот на лотке торгую. Доброй охоты! Скажем, сложенное письмо. Понятно. Так, по-моему, я поняла. Сейчас у меня таких медальонов нет, но... Приветствую тебя. В два счета тебе его сделаю. Когда я вернусь домой... Нет, вы только гляньте, аргнянский эль. Благодарствую, дружище. Вот, держи целебное средство. Я его нашел в храме. Ага, как скажешь. Кучу времени торчу за прилавком, чтобы освоить торговые уловки. Мне нужен опыт, если я хочу в этот прекрасный день обзавестись собственным товаром. Вот заработаю деньжат на торговле с каджитскими кровами и выкуплю кульду. Как скажете. Хотите попробовать мясо? Заходи в лавку Белитора на рынке. Не сомневайся, у нас найдется кое-что. Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Когда подходит с оружием наготове, не мудрено занервничать.
Если нужна лошадь, поговори с моим папашей Скульваром. Самые резвые скакуны во всем Скайриме. Тебе явно нужна боевая лошадь, как я погляжу. Думаю, да. Одна стоит оседланная, если у тебя есть деньги. Договорились. Вон та с седлом. Доброго пути. Нужен клинок. Если поехать на восток, будь начеку. На приречной заставе засел старик Хайвер железная рука. Что-то произошло. Ты умеешь. Да все, что доброму воину нужно. Если что понадобится, загляни в магазин. Часто приходится бывать в облачном районе. Ох, что я такое несу, конечно же.
Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили коня. Ты тут новичок, так что на перв... За юность мы пьем, прошлым дням наш почет, скоро век произвол. Я хозяйка гостиницы. Моя обязанность – следить за приезжими. Побьем, чердак? Да. Что ж, вернем, у нас нет чердака, но одна комната свободна, налево от двери. Чувствую себя как дома. Сдохнет Ульфрик, изменник лихой. Как ты сгинешь, так будет у нас мир горой. Мы скалинские дети, битва нам словно мать. Нас авангард ждет светлый, каждый рад жить. Значит, ты Довокин, а тебе многие говорят. Ты не это ищешь? Очистим мы отчизну свою. Иди за мной. Не уступим мы наших надежд воронью. У нас есть комнаты и еда, и выпивка тоже. Я готовлю. Вот, пожалуй, и все. Закрой дверь. Что тебе нужно? Ты же меня не боишься, нет? Тебе все еще что-то нужно от меня? Тогда я... Мы выступаем? Идем. Седобородые, похоже, думают, что ты Довокин. Надеюсь, они правы. Вот неожиданность, да? Кажется, я хорошо играю роль безобидной хозяйки трактира. Предельная осторожность и осмотрительность. Всюду шпиона Талмора. Только так я могла проверить, что это не талморская ловушка. Я тебе не враг. Я уже отдала тебе рог. Я правда пытаюсь тебе помочь. Просто выслушай меня. Как я писала в своей записке, я слышала, что ты, быть может, драконорожденный или Довокин. Я член ордена, который искал тебя. Ну, кого-то вроде тебя. Уже очень давно. Если ты, конечно, и вправду Довокин. Прежде чем я расскажу тебе больше... Я должна удостовериться, что тебе можно доверять. Мы помним то, что многие забыли. Драконорожденные — совершенные драконоборцы. Только вы можете окончательно убить дракона, пожрав его душу. Ну что, ты сможешь поглотить душу дракона? Хорошо. И у тебя будет шанс доказать мне это довольно скоро. Драконы не возвращаются. Они просто оживают. Они никуда не уходили. Они были мертвы. Убиты сотни лет назад моими предшественниками. Теперь что-то вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить этому конец. Хм.
Несколько лет назад я почти то же самое сказала своему коллеге. Что ж, оказалось, он был прав, а я нет. Я не думаю, я знаю. Я ходила на древние могильные курганы. Они опустели. И я догадалась, кто и где следующим пробудится к жизни. Мы пойдем туда, и ты убьешь этого дракона. Если у нас все получится, я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Роща Кин. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно, мы узнаем, как это остановить. Мне нужно переодеться в дорожную одежду. Дай мне минуту, и я буду готова. Как-то лучше. Пойдем по дороге в рощу Кин. Счастливой дороги! Если мой расчет верен, следующим пробудется дракон, похороненный у рощи Кин. Роща Кин. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно, мы узнаем, как это остановить. Драконы возвращаются. А тебе на роду написано убивать драконов. Это все, что тебе нужно знать пока что. Драконий камень — это карта древних захоронений драконов. Я посмотрела, какие из них теперь пусты. Картина совершенно очевидна. Пробуждение катится с юго-востока, начиная близ Рифтона, в Джирольских горах. Следующим должен стать курган в роще Кин. Если ничего не изменится. Пошли. Нам нужно попасть в рощу Кин. Роща Кин там. Можем пойти вместе? Или разделиться и встретиться там, как хочешь. Давай, идем.